По словам министра спорта, регион удержал лидерство благодаря качественной работе детско-юношеских школ, развитию дворовых занятий физкультурой и спорту высших достижений. Мы с большим удовлетворением сегодня объявляем о том, что край является лидером и победителем в смотре конкурса по развитию физической культуры и спорта среди 85 субъектов Российской Федерации. Еще 5-7 лет назад представляли край в сборных страны где-то там 60-100 человек, сегодня 900. Первая медаль золотая представителями Краснодарского края завоевана на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Сочи глава Минспорта вместе с губернатором Краснодарского края оценили, как идет подготовка стадиона ФИШТ к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Реконструкцию спортивной арены, по словам Вениамина Кондратьева, должны закончить к 26 ноября. На объекте возводят новые трибуны, чтобы увеличить вместимость стадиона до 45 тысяч мест, как этого требует ФИФА, рассказал вице-губернатор Юрий Гриценко. Уже установлены современные дренажные и поливочные системы, а на поле уложен новый газон. Кстати, составляющие почвы специально подбирали в центральной полосе России. Еще раз скажу, каких-то критических отставаний или там тревог больших у нас нет. В целом край справляется, как и справился с проведением Олимпийских игр. Абсолютно уверен, справится с проведением и Кубка Конфедерации, и Чемпионата мира. Подрядчик, который сегодня осуществляет реконструкцию, увеличил практически в два раза наличие строителей здесь, на этом объекте. Привлечены студенческие отряды строительных факультетов нашего края, что дает возможность нашей молодежи быть сопричастным к этому грандиозному событию, как Чемпионату мира по футболу. Я хочу сказать, что стадион ФИШТ принес России славу олимпийскую. Я уверен, что он принесет нашей стране славу футбольную. В Сочи также построят 3 тренировочные площадки. Кроме этого, на территории региона появится 6 баз для проживания сборных, отметил вице-губернатор Николай Далуда. Кубок Конфедерации по футболу пройдет в следующем году с 17 июня по 2 июля. Уже определены 6 из 7 стран-участниц турнира. Кроме России, это Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Португалия. Перед соревнованием на стадионе ФИШТ обязательно должны провести 4 тестовых матча с полной загрузкой. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.